Всем привет, мои хорошие! Как и обещала, выкладываю сегодня в свои тарелочки все, что я съела за день. И день я начинаю с воды. С утра пью 2 стакана воды. Дальше завтрак. На завтрак у меня было одно вареное яйцо, гуакамоле из одного авокадо, помидора и петрушки. Также немножко оливкового масла и лимончик. И зелень, как обычно. Кофе с кокосовым молоком, без сахара, без наполнителей. И немножко веганской этой шоколадки, я вам ее раньше показывала. Буквально 2 кубика, это вышло на 10 грамм. Шоколадка — это обжаренный кэраб, тоже без добавок, без сахара, без всего. Дальше на перекус со вчерашнего мукбанга оставшийся кусочек манго и долька дыньки. Как же вкусненько это было. А дальше обед. И на обед у меня была куриная грудка, салат табуле из булгура с овощами, немножко кабачков гриль и шампиньончики гриль. На ужин у меня была рыба хек тушеная, немножко кабачков на гриле и капустный салат витаминный. Также одну дольку чеснока поела в качестве профилактики. И все. Да, ребята, я хотела напомнить вам по поводу воды. Я пью воду по 2 стакана перед едой, обязательно где-то за полчаса до еды. Вот такое меню у меня получилось на день. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам было интересно, и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих видео, и помните, я вас люблю. Пока-пока!